Павшинской пойме началась установка дорожных знаков, которые разрешают ночную парковку автомобилей. Запрет на остановку на Ильинском бульваре теперь действует только на период с 8 утра до 8 вечера по будням. Вместе с тем появился и указатель «Работает эвакуатор». Значит, днем по парковочным местам сможет двигаться автомобильный поток. Данные изменения призваны облегчить дефицит парковок в микрорайоне. Параллельно меняется организация дорожного движения. Например, улица Зверева уже стала односторонней. В ближайшее время на данной транспортной артерии аналогично появятся знаки, разрешающие ночную парковку. На улице Зверева будет организовано таким способом более 100 машиномест, будет нанесена соответствующая разметка. На Ильинском бульваре таких машиномест будет узаконено более 150. Работы сейчас оперативно проводятся. Сейчас будут установлены знаки, будет дан установленный законом срок для того, чтобы жители привыкли к этим знакам, осознали изменения, вводимые этими знаками. Здесь будут установлены знаки и указывающие пешеходную зону, зону, где разрешена парковка, и указано время, когда эта парковка разрешена. Эти изменения вносятся в том числе и по пожеланиям жителей, высказанных в их обращениях в адрес администрации.